Добрый день, друзья. Сегодня я начинаю работать над картиной «Гора Белого Кая». Эта гора очень знаменитая, одна из самых знаменитых в Донбайе. Ее можно увидеть сразу при подъезде к поселку. Здесь я уже сделал имприматуру, заложил, перенес рисунок. Все это сделал акрилом, ультрамаринчик и охра золотистая. Акрил замечательно, он сохнет быстро, можно сразу писать маслом. Сейчас мы протрем холстик немножко маслом. Мы берем льняное масло вначале и делаем вот такую операцию. Сейчас мы начнем делать подмалевок и дальше поэтапно в многослойной технике. Кисточки я буду использовать щетинку 20-22, может быть чуть больше для начала, для подмалевка. Раздавителем я не пользуюсь, пользуюсь льняным маслом или там хорошим выбеленным окисленным подсолнечным, сам делаю. Вот. Кисточки, синтетика, щетинка, плоские, полукруглые, круглые. Палитра все та же, как и я показывал вам. Белила, кадмий лимонный, кадмий оранжевый, кадмий красный, краплак фиолетовый темный, охра золотистая, сиена сжженная, умбра ленинградская, ультрамарин, небесно-голубая и изумрудная.